Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to? Это большая осенняя схема, которую я вышивала в сентябре. В схемах, где много отдельных элементов, можно попрактиковать разнообразные стежки и использовать потом элементы по отдельности, например, вышивая на одежде. Вышиваю я на плотном льне тепло-бежевого оттенка. Схема доступна на двух языках на нашем сайте, где я подробно описываю стежки, количество нитей, необходимые номера мулине. Также к схеме идет гид для новичков, где подробно рассказано о подготовке к вышивке и основных стежках. Также я рекомендую посмотреть мое видео на канале «8 основных стежков вышивки и первые шаги для начинающих». Я начала с центрального элемента, но вышивать можно в любой последовательности, по элементам или цветам.
В этот раз вышивку я решила оформить на круглый подрамник. Для этого нужно хорошо отпарить, отгладить вышивку. Я использую пульверизатор с водой. С вышивкой, где есть объемные элементы, я использую махровое полотенце. У меня подрамник из МДФ диаметром 25 сантиметров. Для подложки под ткань я использую еще один отрез льна такого же цвета. Ткань плотная, 190 грамм. Вырезаю два слоя ткани по кругу с запасом 5-6 сантиметров. 1,5 сантиметра от края простыми стежками прошиваю два слоя и стягиваю нить в конце. Крепко фиксирую нить и отрезаю лишнее. Затем таким же способом, как для прямоугольного подрамника, натягиваю ткань с помощью швейной нитки, сложенной вдвое. Это сделать несложно, но нужно заранее отрезать очень длинную нитку и сильно не стягивать нить. У меня один раз она рвалась. Обязательно периодически поправляю ткань и центруя вышивку относительно рамы. Конструкция получилась довольно тяжелой, в отличие от вышивки, натянутой на пяльце. Но я все же хочу показать, как можно закрыть заднюю часть. Сделать это можно двумя способами. Первый, наверное, многие из вас знают, это использовать фетр и пришить его по окружности. А вот второй я не видела, хотя он тоже довольно простой. Для этого вам понадобится картон 0,9 или 1,5 мм и строительный степлер, а также веревка или крючок, чтобы повесить работу на стену. Я надеюсь, вы нашли в этом видео для себя что-то новое и получили вдохновение на творчество. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.